Смотрим, как город практически привозит других, отсутствует контрольные рисы. Ну, я могу сказать, что контроль за за деятельностью рынков осуществляется не только нашей инспекцией, но и другими службами. И у нас проводятся проверки рынка, в том числе рынок привоз. Что касается рынка привоз, нельзя забывать, что он на территории, той территории, которая называется рынок привоз, действует несколько субъектов предпринимательской деятельности. Говорить о том, что на всей территории рынка как бы это отсутствует, то есть, ну, мы можем говорить только о каком-то либо конкретном субъекте. И могу сказать, что если у вас есть такие факты, то есть и по данной информации. Рыбный ряд, который находится на... Есть там весы? Есть. Давайте я вам скажите, информация о местонахождении контрольных ресурсов должна где-то присутствовать на рынке? Я могу сказать, что требования законодательства применяются только к тому, что такие весы должны быть. Ну хорошо, информация о том, где они находятся, должна быть в администрации рынка. Она должна быть в администрации рынка, и я думаю, что я более того уверен, что такая информация в администрации есть. То есть требования законодателя о том, что должны быть развешены какие-то либо объявления, либо указатели, такой как бы нормы в законе нету, да. То есть закон предусматривает в том, что контрольные весы должны на рынках находиться, да. И то есть если они не находятся или не находятся не в свободном доступе, это нарушение.